Давайте составим протокол. Вы подпишем. Я хочу проверить, правда ли то, что вы говорите. Потому что 5 часов он сообщает о том, что это вранье для наборного корабля. Вот это не пустые люди, здесь стоят каждый уважаемый, и не стадо баранов. И я вам запрещаю так к нам относиться. В этой связи вы сейчас составите акт о том, что по вине Аэрофлота был задержан рейс. Стыковочный рейс вы оформите все, потому что они должны быть проплачены, а не за свою плату, как сказала эта толстожопая дама. Раз не ваш, будете платить сами. Это нет никаких оснований верить, что здесь неплохая погода, ни там чего-то там. Вы не смогли разгрузить багаж, не доставили питание. Это вина Аэрофлота. Я хочу, чтобы был составлен акт. Мы все подпишемся под этим. На основании этого будет судебное, вероятно, разбирательство. Потому что это коммерция. А то, что творите вы, либо мошенничество, либо сосуд, не стадо баранов. А стоят люди, которые имеют право хотя бы на небольшое уважение. А 5 часов держать здесь людей с вещами, с детьми, иностранцы, которые о нашей стране говорят, что мы полные говны, правы. Правы, потому что это вы лицо, не мы, а мы-то работаем. А что вы здесь делать, я не знаю. Я хочу, чтобы сюда пришла эта толстожопая дама, которая сказала, что она ушла на 5 минут и придет с информацией. Я хочу, чтобы она отвечала за свои слова. Если вы считаете, что то, что я говорю, не обосновано, я прошу пригласить сюда либо безопасность, либо представителей милиции. Тогда все это будет оформлено официально. Подождите, ради бога. Значит, тогда все это будет официально, а не со словами, что мы взорвем, не взорвем. Это вопрос. Зовите сюда всех, иначе я вам обещаю. Мы здесь стоять, ну, просто потому что вы держите рейсы. Мы не усядем, но мы не вылетим. Мы не вылетим до тех пор, пока сюда не приедут телекамеры. Сейчас мы организуем довольно быстро все. Савельев, наверное, не приедет, потому что он спит. Но дозвониться не утром я, наверное, не смогу. Вы не жмите, не жмите. Нет, я серьезно говорю. А нет, никакого разговора нет. Пока я прошу действия. Я прошу действовать. А все, что рассказывает мне один человек, потом второй, потом третий. Почему-то милая женщина из пассажиров стоит здесь и тыкает пальцами, дозвонится, что вы сюда пришли. А где вы были до сих пор? Ваши служебные обязанности мне непонятны, если мы пытаемся дозвониться хотя бы хоть кто-нибудь, чтобы сюда пришел. Или пригласить сюда пастуха, который объяснит нам, что нас сейчас поведут в стадо, запрут в хлеву, если это возможно. Тогда наденьте эсэсовскую форму, объясните нам, что все началось сначала. Или пригласите сюда представителей безопасности. Или милицию пусть придет сюда, потому что вы за свои слова не отвечаете. Все, что я хотел сказать. Ни за какие вообще. Вы пришли сюда и сказали, что мы сейчас улетим. Правильно! Мы сейчас улетим. 0:40. И при этом обратите внимание. Мы хотим информации. Пожалуйста, дайте нам ее. Эта мразь через 5 часов пишет приятного полета. Я готов ответить за свои слова. Он мразь. Понимаешь, что там мразь? Значит, Аэрофлот-мразь. Потому что вот это вот для стада, для скота. Мы совсем не скот. Уверяю вас, если бы мы были в другом месте, то я имел бы право сейчас с разворота садануть по морде любого, кто скажет, что он представитель Аэрофлота. И я имею на это право, потому что меня позвали сегодня, сейчас. Меня сделали скотом, бараном, я не терплю этого. Мне 68 лет, вы по сравнению со мной мальчик. А эта засранка здесь, которая здесь стояла, сказала, что придет через 5 минут девочка. А я с седой головой стою и отвечаю за всех. Хотите, я сейчас устрою, чтобы никто не пойдет? Вот до тех пор, пока сюда не придет вся телекамера, всех стою! Молодец! 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 Леонид Аркадьевич, спасибо большое. Официально нет. Я просто скажу у себя там тоже, чтобы у нас знали. Каждый позволяет себя вести с собой так, как позволяет. Все молчат. Все молчат. И каждый из вас, каждый имеет право сказать то, что сказал я. Не потому, что я работаю на телевидении. Каждый из вас личность. И по сравнению с этим, они все, ради бога прошу женщин, простите, они все говно. И не стоят нашего внимания вообще. Потому что мы заплатили деньги, на которые они едят. И это форма, которую мы оплатили. Мы. Пусть деньги сейчас прямо вертают. Ну, в общем, мы снимаем. Прямо на месте деньги нам возвращают. Thank you.